21-я международная специализированная выставка «Продукты питания, напитки» объявляется открытой! От базовых продуктов массового потребления до изысканных деликатесов – мясо, рыба, сыр, молочные продукты, орехи и сухофрукты, грибы, кондитерские изделия и разнообразие напитков. Огромный ассортимент продуктов питания представляют поставщики из различных регионов России, а также из республик Армении и Беларусь. В течение 3 дней на выставочной площадке пройдут презентации новинок, дегустации от производителей, мастер-классы и конкурсы. Впервые организован фестиваль вегетарианского и веганского питания «Веглайф». Очень интересные встречи, лектории, мастер-классы по здоровому питанию, по принципам аюрведического питания, по принципу вегетарианского питания, диетологи, нутрициологи, специалисты самых разных направлений по здоровому образу жизни расскажут, подскажут, направят. Может быть, как раз эта выставка станет для вас новой точкой отсчета правильной жизни и правильном питании. Впервые пройдет и фестиваль крафтового сыра, а также традиционный рыбный фестиваль «Сочи Фиш Маркет», где представлены все виды рыбы, морепродукты, а также продукция аквакультуры. В рамках выставки предусмотрена и насыщенная деловая программа. Все дни фестиваля будут проходить мастер-классы по приготовлению вкусных и полезных блюд, лекции ведущих специалистов, а также консультации врачей-диетологов. Посетить выставку «Продукты питания» можно по 23 марта в гранд-отеле «Жемчужина». Время работы с 10 до 18 часов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.